Незадолго до полуночи напротив здания автовокзала столкнулись Toyota Corina и Honda Prelude. Водитель темной иномарки, который в этой аварии стал стороной потерпевшей, ехал по Воронежской со стороны улицы Большой. Траектории движения до места столкновения автолюбитель не менял. Шофер купейного автомобиля выезжал на главную дорогу от парковки вокзала во встречном направлении. В результате секундного недопонимания между водителями произошло почти лобовое столкновение. Один из них подал сигнал, который был неверно истолкован другим. Я ехал на зеленое, а он оттуда выскочил. Он вообще не останавливался? Ну, раз остановился, и я попикнул, он опять газанул. Получился удар. Звук клаксона шофер двухдверной иномарки расценил не как предупреждение, а как призыв к движению. Воспользовался ложной любезностью незамедлительно и бросил свой красный болид вперед. Своей вины молодой человек не отрицал, но попросил оппонента обойтись без полиции. Неформальное отношение обошлось виновнику аварии в 50 тысяч рублей. Именно в такую сумму оценил свои убытки владелец Карины. С места происшествия Мария Склярова и Степан Симонов.